Так, давайте посмотрим дальше по заданиям. По задачам. По задачам дальше у нас можем выполнить так. Посетить занятие по прорицанию в течение дня. Давайте прорицание возьмем тогда. Так, на карте где он у нас? Прорицание. Так, здесь. Вот тут, тут еще ближе, наверное, да? What are you up to now? Так, урок прорицания. Пошли, посмотрим, что там. А, куда мне вниз? А, наверх, что ли? Да, наверх. Надо какие-то наборы создать заклинаний, чтобы переключаться быстро. Что-то такое надо. Так, а мы еще не были на уроке, да, тут? Так, давай. Тогда карту. И подождем. Че, я не могу подождать? О, что-то не сработало первый раз. Так, ну поинтереснее будет что-нибудь, нет? Или будете на кофейной гуще гадать? Все, закончили. Все, идите все домой. Так, идите все домой, все. I've completed all of my tasks, Professor Onoi. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow now. As you have no doubt sharpened your based upon the knowledge that one's present and even one's past may. Так, что вы видите в своем будущем? Опасность, давай опасность. Или нет? Не знаю. I honestly don't know, Professor. But this talk of tomorrow should not divert us from your And if that performance is any omen, channel your magic towards your targets. Так, descendo. Погнали. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так, давайте, давайте. Так, а где оно у меня? Это вот это, да, у нас. Descend, мощь. Это заклинание не наносит прямого урона, но объекты враги получают значительный урон от удара об землю. Враги, которые в момент использования заклинания находятся в воздухе, получают еще больше урон. На ком будем пробовать? Excellent. I think you have it. Мне вот интересно, вот эта вот кукла, вот эта обезьянка, это же неспроста, а? Так, чё поговорим? Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided. Как вы стали преподавателем? Это неинтересно, давай пропустим. I find it. You. Of course. Now, I've.
Отлично. Так. Отлично. And put your newly honed skills to the test outside of the classroom. За пределами класса. Хорошо. Так, дальше погнали. Это мы получили. Так, теперь давай, чеснок, что тут вырастите, соберите урожай. А здесь раздобудьте зелье невидимости, испытайте его в деле. Раздобудьте грозовый напиток, испытайте его против врагов. Блин, они денег там сумасшедших стоят. Так, задача профессора, сейчас давай попробуем. Соберите урожай водорослей. Соберите урожай водорослей. Так, он в каком-то магазине был. Где они там? А, вот. Так, если мне понадобятся какие-нибудь семена или растения, всегда могу посетить магазин «Волшебная брюква» или «Тимолфи и поганки». «Волшебная брюква». Так, «Волшебная брюква». Вот она у нас тут. Я постараюсь быстренько пробежать. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Волшебная брюква. Урожай водорослей. Oh, it's you! What a pleasant surprise! Так. Урожай. А, семена водорослей. Семена спорыша. Смоковницы. Давай, наверное, все возьмем, чтобы не бегать. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. И смоковница. Все равно потом скажут. Так, здесь что у нас? Зимнее пальто малинового цвета пока оставим. Это продадим. You've a good head for business, haven't you? Так. No one can say I don't keep a stacked shelf. Вырастить. Давай вырастим тогда водоросли. Так, это нам на базу надо. Выручать комнату. Водоросли. Давай где-нибудь здесь и вырастим тогда. Так, освобождаем столик. Бадьян, сладкая мальва. Так, мандрагора, спорыш. Водоросли, а нужно, что нам нужно? В большом горшке, ё-моё, зря вырвал. В большом горшке надо, а большие у меня здесь. 4 ядовитых и мандрагора. Так, ну давай, наверное, так сделаем. А, я не могу взять, да? А здесь тоже не могу взять. Что, вырывать? Ну давай вырвем тогда чего. И вырастим. Где оно? Водоросли. Кстати, эти тоже может посадить сразу. Водоросли, так. Смоковницы у меня нету. И вроде спорыша. Так, сюда водоросли. Так, а бадьян есть у меня где? Бадьян для рябинового отвара. Бадьян. Так, в любом горшке можно. Так, а бадьян засадим. Сейчас немного. Бадьян вон туда засадим. Вон вместо мальвы. Так, бадьян. Так, а что мне еще надо? Бадьяна, кстати, мне, может, и много надо.
И здесь что мы можем? Сладкая мальва там растет, мандрагора растет, спорыш врач в любом горшке. Давай спорыш. Я не знаю для чего он, но пускай будет. Так, здесь у нас водоросли. Посмотрим, здесь что у нас. Так, спорыш есть. Жующая капуста там есть, смоковница. В среднем или большом. Да, получается только смоковница. Вот ее давай посадим. Вот как бы все. Так. Раз, два, три. Три боевых у меня есть. Здесь растет еще 12 минут. Это будет не скоро, чтобы забрать. Кстати, тут я могу что-то готовить сейчас. Вот листья бадьяна, вот как раз у меня его не хватит. Правильно, что засадил. Так, яйца есть. Сделаем. Так, тут еще занято даже еще. Так, тут все режется, варится, кашеварится, все хорошо. Так, вырастить, соберите урожай водорослей. Растут. Так. И испытать три боевых растения одновременно. Это у меня, значит, мандрагора, капуста и ядовитая фигня. Давай. Сделаем это дело. И нам, в принципе, еще 15 минут гулять, чтобы получить всю эту фигню. Вот тут у меня что, огоньки не горят. Так-ка, может, пойдем туда. Так, возьмем направление, все поставим и отсюда то побежим, посмотрим как раз врагов. Зажжем огонек. Галдят уже. Уже галдят. Так, а это не это у меня? Подожди. А, это золотоглазка вообще. Я не знаю, куда она. Это я даже не знаю, куда. Грибы тоже я не знаю, куда. Вроде я их еще не тратил. Так, давай-ка проверим, что у нас здесь. Что за загадка? Ревелио. Шары, шары, синие. Let's see what's шары up your sleeve this time, Merlin. Так, уничтожить надо их или что? Merlin himself would be proud. Да, отлично. Слава уничтожить. Так, и вот как раз у нас бандюки какие-то. Бандюки. О, браконьеры, ё-моё. Здорово. Здорово, чуваки. Так, подожди, мне теперь следующее надо испытать. Чёткие растения.
Блин, осталось урожай собрать, и задание будет выполнено. Нормально. Мне понравилось. Так. Ревелио. Так, еще мешочек. Что там? Ревелио. Не понял. А, там чувак наверху. Так, а где у меня вообще, что у меня с боевым-то набором-то? Что-то у меня не так с боевым набором. Так. Давай-ка вообще вот огонь на сюда, сюда. Больше стрелковое. Вот так. Я вот не понял, спрыгни вот. Иди сюда. It's shameful what you've done to Ревелио. Это, короче, которые эти браконьеры. Хорошие были дядьки. Это были нехорошие дядьки. Так, мне до капусты надо 15 минут, да, вроде бы. Сейчас я эту включу. Фигню. Бегудок. Может, что еще интересное найдем. Опа, зверюшки. А, попугай. Ну, что, зверюшки? Ревелио. Попугайчики. А, ну да, вот браконьером клетки. Логово тут какое-то. Ревелио. Ну-ка, давай посмотрим, может, тут. Где логово? А, тут звериное логово. Тут какое-то звериное логово. Где звери? Где звери-то? Не понял, разбежали что ли? Ревелио. Так, камни. Кто там порхает-то все? Ревелио. Насчет логова я не понял, что логово, потому что зверей тут нету. Видимо, они убежали куда-то. Или их переловили. Так, хорошо, сейчас у меня пока время еще готовится. Посмотрим, что другое задание еще. Вырастить, собрать урожай водорослей. Хорошо, это готовится. Раздобудь зелье невидимости и испытать его в деле. Так, где мы его можем раздобыть? Как мне известно, сами зелья и рецепты можно найти в магазине зелья Джи Пепина, да? Так, пойдем. Так, здесь вроде, да? Нет. Вот, отлично. Hogsmeade, here I come.
Так, нам нужен зелье невидимости. Thank you again for delivering those potions to Madame Lao. Грозовой напиток. Save me a lot of time and trouble. Подожди, ты помолчи немножко. Так, фокусирующее. Грозовой 1000 стоит. Да берись. A wise decision. Thank you. И зелье невидимости. Так, да. Так, рябиновый отвар, Максима. Зелье невидимости. Так, давай мы сразу тебе тоже скинем тут кое-что. Немножко денег вернем своих. I hope to see you again. Ревелио. Well for now. А то скупелянты все деньги забирайте. Так, раздобудьте зелье невидимости и испытайте его в деле. И грозовой напиток. А грозовой напиток его против врагов. Так, против врагов. Давай так, карту. Тут у нас поганки. Так, куда нам можно пойти засветиться и заодно что-то сделать? И заодно что-то сделать. Так, здесь в болоте в основном. Ой, не в болоте, а в основном неприятные всякие. Так, мне бы магические найти. Так. Боевая арена. Лагерь бандитов. Мне магические собирать бы. Чтобы увеличить магическую мою силу. Увеличить мою магическую силу. Блин, я не вижу нифига. Было же где-то что-то еще. Или просто не засвечено еще. Так, это что? Лагерь бандитов. Боевая арена. Страница руководства. Тут что, какие-то земли. Блин, а у меня, видимо, не найдено. Видимо, летать надо засвечивать. Видимо, не найдено. Вот сауна лететь, вот засветить все. Я думаю, надо потом в свободное время как-то полетать, за светами позаниматься. Так, и так я не вижу. Потому что с карты должно быть видно. Магические места. Черные магии. Блин, жаль. Реально жаль, что нету-то. Ладно, что делать-то? Куда пойдем? Куда пойдем? Куда пойдем? В принципе, без разницы, куда идти. Так. Пойдем сюда. Не. Так. Куда пойдем-то? Тут засвечен. У меня дальше вон не засвеченные огни. Можно будет и заодно. Так, а это, кстати, боевая арена. Вот можно будет сюда засветить. Прилететь сюда сейчас, а там засветить. Потому что надо искать эти места черной магии, чтобы увеличить свой удар боевой. Так, у нас здесь есть этот Мерлин. Только шары надо будет искать, да? Чтобы уничтожить.
Так, пугало, тихо, стой. Ревелио. Ревелио. Так, где еще есть? Замок. Или каким-то другим заклинанием надо. Может, другим. This looks intriguing. Ревелио. Наверное, другим. Пока я не... Пока я не знаю, как. А, вот шары еще, вон, вижу. Not so tricky after all, Merlin. Отлично, очень хорошо. Так, давайте посмотрим, что тут в этой деревне. В деревне есть вкусного? Я тут, наверное, конечно, был, но тут... Может, что-то еще и не было. Так, ну тут замки. А замки я еще что, не научился, да? Инсендио. Экспеллиомас. Конфринго. Они по уровню тоже. Я вот как бы не очень понял. Так, это в доме там тоже. Так, здесь, а где сундук? Вот. Уже хорошо. Хоть что-то. Не все в холостую. Так, и полетели так. Кто мог за свету? А, нельзя, что ли, летать? А, в деревне же, да, вроде нельзя. И как раз там посмотрим врагов. Яйца, яйца, вот яйца обязательно. Как хотите, а яйца нам нужны. Тут у нас еще домик какой-то. Вон там еще яйца. Там что-то синенькое у нас. Письмо от гоблина. Так, тут что за домик у нас? Закрытый домик. Так, здесь у нас попугаи живут. Ну и пусть себе живут. Ну и пусть себе живут. Да, так спокойно куда-то и не получается полететь, потому что всегда какие-то дела. Вон еще всякие твари мерзопакостные. Давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Головой так побежал. Ты-то че сюда пришел-то? О, как оружие отлетает. Конфринго. Инсендио. Экспеллиомас. Вот надо научиться как-то в защиту больше уходить. Я вообще-то... Не получается. О, как... Your blood's on Ranrock's hands. Ревелио. И так будет с каждым.
Кто там? Где там? Так, и там что-то у нас синее. Что там синее? Камень. А зачем он здесь синий? А, тут загадка Мерлина. Загадка. I know what that means. Merlin trial. Блин, мне же надо было зелье-то испытать, чё я? This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Мне же нужно было зелье испытать-то. Так, тут какое-то долгое, наверное, да, испытание. Или это просто пещера? Да, это, наверное, какое-то испытание. Или нет? Ревелио. Так, и все, что ли? Инсендио. Забыл. Так, раздобудьте зелье невидимости и испытайте его в деле. Зелье невидимости, где оно? Так, грозовой напиток. Вот, зелье невидимости. Говорю, забыл, что надо испытать в деле-то. Так. Mysterious and a bit unsettling. What to do? How nice to see you, my young friend. Так, и там у нас что за звери, где? Nothing over here. Войны Рагнарока, да? Ранрока. А, оно такое короткое вообще. Так, давай грозовой тогда. Пьявочный сок, плод смоковницы, зловоние мертвеца. Вот что у нас грозовой напиток. Э, чувак, здорово. One less human to worry about. Yes. Ну как вам? Напиточек. Как он напиточек мой? You've one less follower, Ranrock. О, ты еще молния офигачит. Кстати, нормальная тема. Да, тема веселая, нормальная. Так. Это камни Мерлина, да, я их пока не знаю, что с ними как. Так, грибочки, хорошо. Так, и может возвращаться. Что-то у нас есть такое. Что там светится? Дорога. Давайте еще какой-нибудь зажарим. Бля, они вообще теперь мощные идут, прям такие. I won't rest. Protagon. Как тебе? Ответка такая. Confringo. Чё молчишь-то? Молчит, я ответа жду. Incendio. Так, чё там дал? Один с монет. Ну, капец, жмоты. Сироты, походу, бедные. Так, что за развалины у нас тут? Так. Ревелио.
какой-то развалины. Что-то еще есть у вас? Ревелио. Ну ничего у вас тут нет, да, особо. Так, ну ладно, пойду я дальше тогда. Так, вернитесь к профессору Шарпу. Вернемся к профессору и потом посмотрим по травам, что у нас там. Профессор Шарп. Кресло, скрипучее. Так, куда вниз надо? Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your... Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern. Talent and resolve are a potent combination. Thank you, Professor. Don't let it go to... Now, let's see how you fit. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Defindo. Hmm. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone else. Так, Дефиндо, это что у нас? Это обычно заморозка. Так, так, так. А, о! Дефиндо, урон. Режет объекты врагов с дальней дистанции, нанося значительный урон. Интересно. Так, давай, давай, пробуем. Так, кто где? To have a student who actually heeds instruction. Мощно, профессор, мощно. Так, давайте с вами там поговорим, что там надо, нет там. Professor Sharp, do you... Depends on how you intend... Если уж всех расспрашиваешь, может, что-то пригодится. I saw an orb. Spin. That seems a bit... Off. I... How... I had... From the... Все, спасибо. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Отлично, отлично. Спасибо, профессор. Спасибо. Так, вернемся тогда на базу. Посмотрим, что там у нас по растениям. Так, здесь что? Кстати, есть у нас что-нибудь? Не, из неизвестного нету, да? Так, тут у нас листья бадьяна. Спорыш. Так, а нам нужно что? Водоросли. Все заодно берем.
камни, навоз, все соберем. Так, это полная, да, у меня подья. Так, дальше. Чем у нас дальше закончилось-то? Задача профессора Сноук. Вернись к профессору Сноук. Давай. Что-то у нас еще очередное заклинание. Я почти все заклинания соберу. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned. Wonderful. I hope you gain. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't we? Well, if there's one thing I love to... Now, ready to learn flipendo? Chin up. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Wonderfully done! Flipendo. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Так, флипендо. Это у нас вот это, да, вроде? Флипендо – мощь переворачивает объекты врагов вверх ногами, задом наперед, благодаря быстрому времени перезарядки. Этот сплав отлично подходит для подготовки и продолжительности жонглирования, способен мгновенно переворачивать предметы, полезны для решения различных головоломок, а также для использования слабости определенных врагов. Ну, давай, проверим. Перезарядка не особо быстрая. Так, перерывает цель вверх ногами. Это мощное заклинание, способное рассеивать фиолетовые... Рассеивать фиолетовые чары. Так, все с вами? Профессор, I was wondering where you're from. Oh, how nice of you to... That sounds lovely. To some, mind you, it... I suppose that makes... Well, we... And we each... You see, I spent a good day... It does take a while. How fortunate. I was indeed. I dare say. Now, lovely to see you.